Зашибись. Вот больше сказать нечего. Да вообще отвратительно сейчас. Ну, лучше, чем вчера, гораздо. Очень плохо. Вообще не чистится ни грамма. Ни по молодежной, ни во дворах, ни по Ленина. Очень плохо. Почему такая ситуация вот у нас? Вроде бы выбрали порядочного человека. Ходится по дорогам города. Хорошо. Классно. Тяжело, потому что нету, чтобы шел спокойно, идешь, всем уступаешь. И видно, что работа вообще не ведется. Ну, тяжело, конечно, что говорить. Находим вот по дорогам, тропинок нет. Надо, конечно, чистить, но не знаю. А у вас какой двор? Ой, мы на проспекте Победы живем. Вот, ну, там немножечко, вроде как бы, что-то у нас почистили. Но все равно желать бы лучшего. Везде сугробы. И тропинки узкие, все день пройдешь. Тяжело? Тяжело ходить, да. А во дворе у вас почищено? В дворе прочищено. Вот это ваш двор? Это наш двор, да. А в городе, вот где тропинки для пешеходов, там тяжело? Там тяжело ходить, да. С ребенком еще ходим плохо. Сейчас дороги есть, мы прошлись. Я от этой, от молодежной шла, по Войченко, и прошла вот сюда. Мне хорошо. Ты что, посчитать дороги хорошие? Ты что стоишь? Нет, а мне хорошо. 4 часа. Тут невозможно было. Вот такая тропинка, гусиная тропинка. Люди друг с другом стыкиваются. Это что, нормально, что ли? К мусорке не подойдешь. Этот прошел нарочно. Вот говорим, ты хоть опускай чуть-чуть ковшик. Он едет нарочно. Прошел так, просто так, и все. Это что, правильно, что ли? Плохо, хорошо, конечно, как дороги вообще не... Вот тут немножко прочистили, там вообще не чистили. Даже на перекрестке нигде не почищено. Вот я инвалид, мне надо вот заплатить срочно. Сейчас немножко будет таять, я вообще потом не пройду. Поэтому вот сейчас, думаю, хоть немножко снег, решил пойти заплатить срочно. А до этого не выходили на улицу? Вообще не выходили, куда выйти. А не выходили почему? Да потому что нигде, где, как можно пройти, буран же.